куколка устала лежать в коробке. Стираем прошлый макияж. У парней бровки чуть толще. Шевелюра торчит, словно у львенка. Подстригаем концы покороче. Сшиваем штанишки. Небрежные швы, всюду заплатки. Парнишка носит их не первый год. Клетчатая рубаха тоже износилась. В кармашек Уилл собирает красивые камешки. Туфельки истрепались, будто прошли сотни километров. Но подростка это не волнует. Парнишка рад даже блокноту и ручке. Однажды мама с сыном брели по лесу. Как вдруг из-за зарослей их привлекает заброшенный трейлер. Вот это находка! Пойдем рассмотрим поближе. Уильям побежал первым. «Мам, я мигом!» «Хм, а здесь неплохо!» «Мам, заходи!» «Гляди-ка, здесь даже есть матрас!» «И гитара!» «Эх, в колледже я играла песню костра!» Мама вспомнила пару аккордов. «Эх, теперь можно отдохнуть!» Уилл принялся писать впечатления за день в дневничок. Второй подросток. Полная противоположность. Знакомьтесь, богатая девочка Миранда. Рисуем очаровательные реснички и бровки. Струятся золотистые волосы. Платье из золотых пайеток привлекает внимание. Дополняем волшебной юбкой-пачкой. О, эта девочка обожает золото. На голове сверкает корона. Пусть все знают, кто здесь настоящая принцесса. Миранда живет в роскошном особняке. Ох, доброе утро. Уже обед? Чур, я переодеваться. Чудесное платье, только с подиума. Лимитированная коллекция итальянских мастеров. Без обруча с короной я сама не своя. И браслетов на руки побольше. Вот, другое дело. Доченька, ты помнишь, что у нас сегодня запланирован вип-шоппинг? Водитель ждет в машине. Уже бегу, мам! Мама обнаружила в баках старую бутылку. Из этого можно что-то придумать. Отрезаем половину. Крышечкой закручиваем вверх. Бутылка перепачкана грязью и смолой. Самодельный умывальник висит на дереве неподалеку. Мама осматривает территорию. Я найду, как применить эту бутылку. Мам, а когда будет вода? Точно, сынок подал идею. Вдвоем они прикрутили умывальник к стволу дерева. Вилли, иди сюда. Наконец ты сможешь помыть голову. Мама помогла намылить спутанную шевелюру. Теперь я буду чистый-пречистый. Блок пенополистирола разделен на 4 детали. Обклеиваем их распечатками купюр. Это же диван миллионеров. Он сплошь засыпан деньгами и драгоценностями. Обладатели такой роскоши явно не считают лалибаксы. Давно не обновляли интерьер. Хочется чего-то новенького. Позвоним в доставку. Пусть дизайнер подберет новый диван. Вскоре дворецкий продемонстрировал роскошную бархатную софу. Ну нет, это совсем не то. Вот если бы диван был покрыт долларами. Хм, где же я такой возьму? Есть идея. Ого, он вернулся с идеальным диваном. Другое дело. Класс, выложим на нем драгоценности и снимем в лалиграм. Колпачки пригодятся для ведер. Используем булавочки вместо креплений для ручек. Ведра блестят потертым металлом. Всюду проступает ржавчина. Продеваем проволочные ручки. Коромысло из ветки подхватило оба ведрышка. Ох, я голоден. Сделаем кукурузную кашу? Класс, хочу. Но нужны дрова? Я схожу в лес, мам. Сын собрал охапку хвороста. Сейчас будет горячо. Отойди от искр. А я сбегал за котелком. Но не хватает главного – воды. Повезло, поблизости пруд. Уилли тренируется бросать камешки, а мама набирает полные ведра. Оставь их мне, я донесу. Держи, помощник. Мама вскипятила воду.
засыпала кашу. И вот горячий ужин готов. Ммм, вкуснятина! Приятного аппетита, сынок! Деревянный столик тонируем в белый. Украшаем лепными элементами. О, какая красивая салфетка! Подходит для декора. Покрываем клеем для декупажа, добавляем лепнины и наносим золочение. Мама и дочка не находят себе места. Где дворецкий? Ау! Прибыл, мисс. Чего изволите? Ланч, пожалуйста. Прошу удивить. Оу, я мигом. Дворецкий принес поднос сладостей. Фи, уже приелись. Это все так банально. Дворецкий переходит к плану Б. Изволите полакомиться фастфудом? Другое дело. Обычный фастфуд пришелся гурманам по вкусу. В полоске фоамирана готово отверстие. Облачко булавок. Нанизываем пайетки и укорачиваем иголку. Какое интересное кольцо! Бубен звенит десятками колокольчиков. Ноги просятся в пляс. Уильям осматривает каждый уголок трейлера. Так-так. О, часы, прикольно. А что в этом ящике? Ничего себе, скейт! Наконец-то покатаюсь! Заглянув в коробку еще раз, мальчик обнаружил бубен. Класс! Забавно звенит! Вижу, моя любовь к музыке передалась тебе. Пойдем играть дуэтом. Семья вышла в город, чтобы попробовать себя в роли музыкантов. Они положили шляпу и заиграли. Дуэт сложился. Бубен Уилли задавал ритм, а мамина гитара – мелодию. Игра сразу привлекла внимание публики. Посетителям настолько понравилась музыка, что начали бросать деньги. Мимо проходил богатый бизнесмен. Его очень тронула игра уличных музыкантов. За такое не жалко отдать целое состояние. Спасибо вам, добрый человек. Мама, у всех моих подружек есть питомцы. Кого ты хочешь завести? Придумала. Хочу единорога. Их не существует. Неправда. Хочу единорога. Вот незадача. Придется что-то придумывать. Такого ты хотела? Мама переодела гиену. Вряд ли это сработает. А, он меня пугает. А золотая лошадка тебя устроит? Но где же Рок? У настоящих единорогов он есть. Единорожек просто одолжил его своему кузину на портрете. Теперь Рок на месте. Миранда в восторге. Ее мечта сбылась. Собираем каркас парты. Картон становится сиденьем, спинкой и рабочей зоной. Тонируем палочки под темное дерево. Парта совсем стара и весьма ненадежна. Осторожнее с ней. Уильям вбежал в класс одним из последних. Но спешка не сыграла в его пользу. От резкой посадки картонный стул развалился. Одноклассники расхохотались. «Скотч, лучшее решение! Держи, друг!» Так Уильяму удалось починить парту и заодно обрести товарища. Делаем заготовки деталей из картона. Собираем каркас из палочек. Устанавливаем элементы по местам. Покрываем позолотой. Золотая ткань плюс прослойка синтепона равно идеально мягкие сиденья и спинка. Надеемся, Миранда будет прилежно учиться. У входа директриса встречает опоздавших. Так-так, что я вижу? Не подобает ученикам ходить в таком виде. Ох, Мирандочка, выглядишь чудесно. Беги в класс, красотка. Начинаем урок. Поделитесь впечатлениями, как провели каникулы. Я помогала родителям в Канзасе. А я бродил по лесу и нашел заброшенный трейлер. Подошла очередь Миранды. Ох, приготовьтесь слушать. Я отдыхала на Бали, потом турне по Европе, Альпы и, конечно, Диснейленд.
Вот это приключение! Наши герои провели каникулы весело. Бедняжка Пегги хочет обновку. Увы, с ее финансами можно пошить платье лишь из бумаги. Упси. Фасон неплох. Добавим пару бретелек. Пора позаботиться об обуви. Подходит к наряду. Образ завершает косынка. Из цветных акцентов только пятна и грязь. Пегги – счастливая мамочка крошки Шелли. Малютка завернута в скромный газетный конвертик. Но на руках у мамы детка счастлива и довольна. У Пегги счастливый день. Нашла целый ломтик хлеба. Ой, чудеса! Баки рухнули сами. А, это балуются проказники-котики. Я вас раскрыла. Бедняжки голодны. Что ж, хлеба хватит на всех. Котята с аппетитом уплетают угощение. Малышка, вот я и дома. Упс, со мной гости. Держи хлебушек, милая. Добрая девочка тоже поделилась с питомцами. Им весело вместе. Все сыты и довольны. Коробочка пригодится. Вырезаем часть контейнера. Все покрылось серебром. Насыпаем внутрь сверкающий глиттер. Закрепляем подставку для напитков. Машинка для приготовления детской смеси облегчает быт молодых мам. Миранда – мамочка крошки Сью. Семья живет в достатке и ни в чем не нуждается. Вот только малышка слегка избалована. Обычное молоко не для нее. Алло, срочный заказ машинки для детской смеси. А вот и курьер. Ого, так быстро. Хороший сервис. Посмотрим, что там. Красота. Стоит погрузить чашу в машинку, как она сама смешивает цветное молочко. Все готово. Детский коктейль придется тебе по вкусу. Малышка лакомится с удовольствием. Это что, магия? Откуда появились цветочки? Стейси грелась под солнышком на шезлонге. Надеюсь, вы не зря отвлекли меня от отдыха. Согласна только на шикарное преображение. Ты угадала. Розовая помада и золотые тени – люксовая косметика. Ох, я неотразима. Подготовим ткани для платья. Пара движений и готова струящаяся юбка. Дополним платье корсетом, безупречный крой. Держи меховую накидку, с ней образ будет превосходным. Стейси ни на миг не расстается с любимым чихуахуа в бриллиантовом ошейнике. Супербогатая мамочка купается в роскоши. Неудивительно, что даже в уборной все завалено купюрами и слитками золота. Моя принцесса испачкалась после прогулки. А щенок? Ох, нужно срочно отмыть грязнуль. Посиди тихонько, а мамочка помоет песика. О, я же на минутку отвлеклась. Робби, помоги! Всего минута, и он спешит на помощь. Что прикажете, мисс? Понял, обеспечить чистоту и тишину. Механический друг моментально успокоил и отмыл малютку. Как здорово, что я сверхбогата и могу позволить себе такого полезного помощника. Вау, сколько ярких бусинок! Нанизываем их на бечевку. Связываем кончики, дополним палочками. Массажер порадует уставшую спинку. Чтобы малышка быстрее уснула, мама укачивает ее на руках. Баю, баюшки, баю, я дочурку усыплю. Сладких снов. Ох, спина. Скорее бы ты научилась засыпать самостоятельно. Бусинки и палки. Из этого может кое-что получиться. Пара движений. Ну вот, Пегги смастерила отличный массажер. Как приятно. Чувствую себя гораздо легче.
Теперь я полна сил и готова к новым подвигам материнства. Разбираем фонарик до основания. Тонируем заготовку в серебро. Посыпаем глиттером. Внутри пушистый матрасик, а подвешенные драгоценные бусинки развлекут малышку перед сном. Богатые тоже плачут, особенно детишки. Крошка заходится плачем уже 5 минут. Милая, ну прекращай. Может, ты заболела? Да нет, в порядке. Хочешь поиграть с другом Олафом? Снова нет? О, моя голова не выдерживает шума. Как же ее успокоить? Лалилу имеет решение. Вау, спасибо. Укачивающий центр, как я не додумалась раньше. Ложись, крошка. Нажимаем кнопочку, и он укачивает тебя сам. А я наконец-то смогу отдохнуть за чашечкой кофе. Возьмем колесики старой машинки. Установим на оси золотую резную шкатулку. Немного магии, коляска поднялась на шпажках. Добавим ажурный козырек и полочку для мелочей. Роскошно! Если матрасик, то только золотой. Мобиль в виде месяца с подвесками отвлечет малышку. Крупный страз объединим с креплением и бусинкой. Пульт для управления коляской готов. Стейси выбралась с дочуркой на пикник. Чем занять непоседу на свежем воздухе? Постройка денежных домиков – то, что надо. Чем больше денег, тем лучше. Робби, мне и ребенку нужно отдохнуть с удобствами. Помощник привез уникальную коляску на пульте управления. Малышка отдыхает, а мама расслабляется на диване. Возить дочурку можно с помощью пульта, не отвлекаясь от беседы с подругой. Алло, дела просто замечательно. Ого, сколько всего! Нам пригодится контейнер. Окрашиваем заготовку в коричневый цвет. Возьмем немного коры, обтянем. Ненужный спонжик заменит матрас. Постелим газетку. Крошке точно понравится. Пегги пришла в новый супермаркет. Ох, сколько всего! Глаза разбегаются. Жаль, у меня нет денег. Слышу детский плач, но откуда? Ой, дамочка, я думала, у вас там продукты. Ну что же вы мучаетесь с ручной переноской? Так гораздо удобнее. Поверьте опыту наших клиентов. Малышка не откажется от молочка. Дарю. Оу, ей нравится. Спасибо, вы так добры. Bye. Ого, сколько фурнитуры. Нам понадобится цветочек. А в центре новенький циферблат. Закрепляем часы на ремешке. Смарт-часы в комплекте со смарт-кулоном пригодятся мамочкам непосед. К Миранде пришла в гости супербогатая подруга. Стейси, привет! Решила тебя навестить. Конечно, не с пустыми руками. Слышала о новых смарт-часах с кулоном? Носите с удовольствием. Вау, как раз о них мечтала. Ну все, теперь мы в обновках. Предлагаю отметить это коктейлем. Пока мамы общались, детишки решили спрятаться. О, куда они запропастились? Я так переживаю. Погоди, у тебя же есть смарт-часы. Мы мигом всех отыщем. И правда, оказалось, достаточно одного звонка, и малышки обнаружены. Детишки вновь с мамами. Все благодаря удивительному подарку. Мастерим развивающий столик. Старая палетка плюс рамочка. Установим планшет на ножки. Закрепим самые важные бизнес-графики и схемы. Курс для будущих миллиардеров. Окрашиваем ножки в зеленый оттенок и украшаем глиттером. Богатая и супербогатая подружки записались на бизнес-курсы. Хотите зарабатывать еще больше?
и приумножить свой капитал – это легко. Заманчивое предложение. Робот показывает графики и схемы. Молодчина, Робби! Ну как, все усвоили? Еще бы. Стейси обучилась быстрее всех. И отправилась тестировать знания на практике. Скрещиваем деревянные палочки. Окрашиваем древесину в розовый оттенок. Сорвем парочку цветов. Теперь качели благоухают, словно сад. Подготовим сиденье и спинку для стульчика. Бортики не дадут крошкам упасть. Каждое сиденье подвешено на плотных канатиках. Скорее покатаемся! Дочурка, только взгляни, какие славные качели. Покатайся, а мама отдохнет рядом. Робот сразу догадался, что капризуле нужно помочь. Подвязав цепочку с бриллиантами, он раскачивает малышку. Плач сменился хохотом. Следом пришла Миранда. «Моя крошка тоже хочет покататься, но у меня нет на это времени, зато есть деньги». Нянечка справится с задачей за приятное вознаграждение. А вот и Пегги. Мамочка раскачивает дочурку сама. Мама немного устала. Щух! Зато они вместе, и доченька чувствует заботу и любовь. Мамы подружились. Чтобы обсудить детишек, не нужно мериться кошельками. Ведь детские проблемы и радости у всех одинаковы. Бедный папа встречает жену с новорожденной доченькой. Пускай в семье мало денег, зато полным-полно любви и мастерства. Родители обещают любить и опекать доченьку. Ведь она их главное богатство. Ваша крошка очень беспокойна. Малышка все время хнычет. Я очень занята. Скоро бизнес-совещание по Зуму. Пожалуйста, займи ее чем-нибудь. Тише, дорогая. Ох, у богатой мамы совсем нет времени. Складываем бумажный домик. Получился уголок. 4 заготовки, 4 комнатки. Рисуем черепицу. На полу нарисован яркий коврик. Мебель на стенах тоже нарисована. Каким необычным получился интерьер. Бумажный домик собран. Бедная малышка обожает играть. Доченька, я принесла фломастеры и бумагу. Хочешь порисовать? Конечно, мам! Вдохновленная крошка нарисовала комнаты своей мечты. Есть идея. Давай смастерим из рисунков кукольный домик. Бумажный коттедж получился чудесным. Поздравляю с новосельем, куколка! Котику тоже понравилось новое жилье. Наш котик такой фантазер. Колпачок от краски соединяем с трубочкой. Наносим грязные разводы. Внутри зажегся светодиод. Лампа готова. Малышка, скоро стемнеет, пора делать уроки. Ой, и правда. Вместе с мамой они допоздна разбирают домашние задания. Глазки сомкнулись, Холли уснула. Мама заботливо перенесла дочку на кровать и укрыла одеяльцем. Сладких снов, моя маленькая отличница. Выберем сломанную куколку, это подойдет. Из пластиковой бутылочки создаем низ.
От старой палетки возьмем рефил. Из ложечек получились накладки на голову. Добавим металлизированные вставки. Робот получил черные глазки и множество кнопок управления. Всюду тянутся проводки. И сверкают микросхемы. Знакомьтесь, Роза, обучающий робот-помощник для детишек. Богатая малышка тоже подросла. Мам, поможешь с домашкой? Не сейчас, милая, я очень занята. О, есть идея. Роза, Роза! Обучающий робот поможет тебе. Вау, спасибо, мам. Что, тебе помочь? Лесли прочитала роботу задачку. Bye. Роза подобрала нужную литературу. Как же мне все прочесть? Я не успею. Прости, придется тебя выключить. Что если перепрограммировать эту машину? Так, так. Получилось. Ну что, Роза, неси мне шарики и вкусняшки. Робот приняла указания. Теперь я обучена проводить вечеринки. Ха-ха-ха. Котику очень нравится царапать обои. В этот раз не будем его ругать. Нам пригодится обрывок. Разрезаем на ромбики. Собираем гирлянду на бечевку. На каждом буковка. Happy birthday! Котя завершил поделку. Е-е, веселье! Настал праздничный день. О, уже сегодня день рождения моей малышки. Котик, нам нужно срочно украсить дом. Мама села мастерить гирлянду. Как же это делается? Советы котика помогли справиться быстрее. И вот гирлянда готова. От стены к стене протянулась надпись с поздравлениями. Вместо воздушных шаров можно надуть мусорные пакеты. Фу, кажется, успели. Сегодня у нашей любимой Холли праздник. Открывай глаза. Юху! Happy birthday to you! Вау, вы устроили в честь меня вечеринку. Как приятно, огромный торт. Самый счастливый день в моей жизни. Новая куколка от бабули. Спасибо. Подружки бросились поздравлять именинницу. А теперь дождь из конфетти. Вау! Благодаря стараниям мамы праздник удался. Старый кейс превращаем в роскошный кукольный чемодан. Из трубочек получилась удобная ручка. Чемодан набит лоли-долларами. Добавим колесики. Готово. В придачу пара билетов в авиатур. Папа решил сделать Лесли сюрприз. Малышка, сегодня мы летим в путешествие. Круто, я взяла самое необходимое. А, только мама не смогла составить нам компанию. Почему? Алло, мам, ты где? Снова нет времени? Девочке стало так же обидно, как в детстве. Ладно, тащи чемодан. Запрыгивай и полетели. Вертолет взмыл в небо, но радость Лесли не была полной без мамы. Из картонных деталей собираем небольшой бокс. Деревяшки послужат стенами. Обклеиваем ими каркас
сверху крыша из кусочка коры. Скатываем пластилин в крошечный комочек. Добавим шорстку. Милый хомяк, откуда ты взялся? Проказник убежал на грядку и приволок самый спелый арбуз. Малыш определенно любит сладенькое. Бедная мама возвращалась домой, когда уже стемнело. Что? Бесплатный хомяк? Нужно спасти бедолагу. Доченька, ты давно хотела питомца. Вау, какой милашка! Только пообещай о нем заботиться. Конечно, ему нужен домик. Давай сделаем сами. Половинка арбуза. Аппетитное укрытие. Сейчас, погоди. Вот. Домик из веточек будет его постоянной обителью. Смотри, хомячку понравилось. Еще бы. Бип-бип. Доставка материалов. Расчертим лист пенополистирола. Щелк, соберем кубики разных размеров. Магия Лалилу превратила заготовку в роскошное здание. На крыше возвышается корона, а углы сверкают драгоценными камнями. У Лесли сегодня день рождения. Комната завалена дорогими подарками. Подписчики будут в шоке. Нужно срочно провести трансляцию и все заснять. Приветик, мои любимые подписчики. Посмотрите, какие крутые подарки подготовили мне на праздник. Особенно этот роскошный кукольный особняк. Ой, записка. Ну вот, мамы снова не будет. В командировке. Из пенополистирола вырезаем заготовку телеги. Повторяем деталь на бамбуковом коврике. Поднимаем бортики из мискантуса. Деревянный медальон превращается в колесо. Колеса испачканы грязью. Закрепляем на оси. Телега может ехать. Внутри наброшена трава и цветочки. Повозка с ведерком готова к новым маршрутам. Крошка, хочешь отдохнуть в самом красивом месте деревни? Юху, конечно! Беги собирать вещи. Но у малышки нет чемодана. Котик принес ведерко. Ха-ха, чем не чемодан? Пора отправляться в путешествие. Давай-ка сюда вещи. Холли запрыгнула в повозку. Приключение начинается. В деревне очень интересно. Малышка подружилась с животными. Чистый воздух, красивые пейзажи и новые друзья – идеальное место для отдыха. Из пенополистирола вырезаем круг. Дублируем его розовым фоамираном. Готовим тортик. Фоамирановый круг станет прослойкой перед вторым ярусом. Вау, торт с откидной крышкой на петельке. Вырезаем волнистые полосы. Украшаем тортик декором. И цепочкой. На вершине грандиозного торта возвышается золотая корона и надпись «Happy Birthday».
Как жаль, что мамы не будет. Лесли, крошка, поздравляю. Спасибо, чудесный букет. С днем рождения. Что это у тебя? Я с мамой, она не смогла сегодня остаться. Ну что ж, все гости в сборе, угощайтесь вкусняшками. Пока гости лакомились, Лесли решила позвонить маме по видеосвязи. «Мам, я так скучаю! Мне не нужны никакие подарки, просто приезжай!» «Плохая связь, доченька! Тебя ждет сюрприз! Чао!» «Ну ладно!» «Вау! Вот это да! Какой гигантский торт!» Гости и именинница в восторге. Лесли решилась попробовать торт. Как вдруг верх открылся. Неужели оттуда выпрыгнула мама? Сюрприз! С днем рождения, малышка! Мамочка, ты приехала! Твоя улыбка для меня гораздо важнее всех заработанных денег. Сегодня самый счастливый день. Моя мама и друзья рядом. Праздник Лесли удался.